Сегодня христиане отмечают Благовещение. В этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о будущем рождении Иисуса. Есть в Алтайском крае район, чье название связано с этим праздником – Благовещенский. Территорию нынешнего райцентра еще в 1907 году основали старообрядцы. Это были выходцы Воронежской губернии, сел Ровный и Дегтярное. Переселенцам не хватало земель, скота. Узнав о том, что где-то в Сибири есть свободные земли, 15 семей приехали на территорию ныне Благовещенского района. Кстати, здесь уже были старые села Нижний Кучук, Шамалино, Леньки. Они существуют и до сих пор. Но местные жители переселенцам не обрадовались, поэтому переселенцы начали просить земельный участок для себя. Перед праздником Благовещения им выделили участок, где сейчас находится Благовещенка. Этот участок им очень понравился. Во-первых, озеро, естественное озеро, которое подпитывалось ключевой водой. Старожилы вспоминают, травостой хороший, много ягод. Село назвали в честь христианского праздника. Отмечу, в этом году Благовещенка отпразднует 110 лет.